Приватбанк вводит ограничения на снятие наличных денег со счета. Теперь в сутки с карты можно снять не более 3000 гривен. Такие меры по ограничению суммы были введены из-за паники, которая вот уже несколько дней распространяется среди горожан. Несмотря на официальное заявление НБУ и Приватбанка, в Харькове около банкоматов очереди. Люди боятся, что в ближайшие дни банки заблокируют все счета. Ажиотаж около банкоматов образовался в Харькове еще вчера. Люди пытались обнулить свои счета. Паника. Что за паника? Ну, вот я выходил час назад, никого не было. Через полчаса вернулся, стояло 5 человек. Я думаю, подожду. Вышел, стоит 15, и я стал 16. Просто видел очередь была в привате, после чего очередь побыла там с часик, наверное. Потом разбежались. То есть Приватбанк перестал выдавать деньги. А ваш банк? Пока выдает, а там дальше не знаю. Я в Антошке пыталась расплатиться. Нет, не снимаются деньги. Ну, заблокирована карточка моя. Это на кассе сказали? Ну да, да. Неправильно введен пин, заблокирована карточка. Сказали, я уже четвертая. Единственным банкоматом Приватбанка, который все еще выдавал деньги, оказался банкомат в центральном отделении финучреждения. Около него организовалась огромная очередь. Пресс-службе Приватбанка заявили, проблема к вечеру будет решена и паниковать не стоит. В связи с увеличившейся нагрузкой упала наша база данных. В данный момент ведутся восстановительные работы. Обещают в ближайшее время восстановление. К сожалению, точное время назвать не могу. Несмотря на официальное заявление и вроде бы налаженную систему, люди по-прежнему стараются снять деньги с карточки. Говорят, лучше перестраховаться. Очереди около приватовских банкоматов есть и сегодня. В ВТБ вчера стояла очередь, в Укрсиби стояла очередь. Поэтому, глядя на эту систему, учитывая ситуацию в стране, все может быть. Планировали, не удалось. А вчера хотели? Да, вчера хотели, не удалось. Независимо от того, есть ли у Приватбанка проблемы или нет, в Нацбанке заявляют, в любом случае переживать харьковчанам не стоит. НБУ в случае чего готова удовлетворить наличными средствами все банковские учреждения для заполнения банкоматов, подкрепления касс, выдачи пенсий, зарплат и других платежей. Ольга Калиниченко, Андрей Зоц, 057 UA.